12.06 в Кирове. Программа «Дневной разворот» продолжается. В студии Анна Лапшина и Дарья Топузлиева. Всем доброго дня. Здравствуйте. Здравствуйте, сказала Даша. Да, я ждала. А Даша там, я так понимаю, что проверяет, идет ли наша трансляция. Я напоминаю, что нас можно не только слышать, но и видеть на нашем канале в Ютьюбе, ВКонтакте, на нашей страничке, на нашем сайте hakirova.ru. А еще можно писать нам реплики через мессенджеры 8-909-720-101-0 или задавать вопросы по телефону нашего прямого эфира 211-101. Как и обещали, будем в этом часе говорить о солидарности бизнеса, о солидарности общества в борьбе с коронавирусом. В нашей студии сейчас уже Татьяна Кузнецова, директор научно-производственного предприятия «Перспектива-43», город Кирово-Чепецк. Добрый день, Татьяна. Добрый день. Наталья Новикова, руководитель регионального ресурсного центра по развитию добровольчества. Наталья, добрый день. Добрый день. И ждем мы еще Владимира Маматова, это компания «Виатеч». Он сейчас как раз бежит в нашу студию, насколько я понимаю, как раз с работы. Поводом для встречи стал достаточно приятный такой как бы момент. Да? Наши кировские предприятия, которые еще весной показали пример вот этого объединения и солидарности в борьбе с коронавирусом, они получили награду. Награда называется «За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». Все верно. Да, всегда. Ну, я так понимаю, что инициатором вот той акции, о которой мы говорим, акция заключалась в том, что антисептик, который производит научно-производственное предприятие «Перспектива-43», разливали в емкости, делали на них этикеточки и потом раздавали эти емкости нуждающимся людям. Мы все помним, что весной антисептик, маски, вот это все, это было в большом дефиците, конечно. Да, было очень быстро. И вот предприятия некоторые объединились, и эта история так послужила, ну, примером, что ли, хорошим, да, для того, чтобы все тоже могли как-то поучаствовать, да, в борьбе реально с коронавирусом. Да. Кто был инициатором? Ну, инициатором была я. Все, конечно, помнят конец марта, когда это была среда, президент объявил, что с понедельника предприятия не работают, и предприниматели, конечно, были в шоке. Но в такой критический момент мысли начинают работать, и думаешь, чем ты можешь помочь другим, не только себе. Потому что есть такая пословица: если тебе тяжело, помоги другим. Вот, и идея пришла, честно говоря, на складе, перебирая в уме продукцию на складе, которая могла пригодиться в этот момент, наткнулась в интернете на информацию, что в Санкт-Петербурге один из научно-исследовательских институтов проводил такую акцию. То есть у них было немного это по-другому устроено, то есть они в кубах, кубовой емкости выставляли на улице, и очередь со своими пластиковыми бутылочками выстраивалась. И каждый... как в советское время за квасом. Да. Так. Однако Андрей Леонидович Усенко сказал, что толпы собирать нельзя, давайте сделаем это, попробуем. Так обратился в Виатеч. Так, подождите, вот Андрей Леонидович Усенко – это президент Вятской торгово-промышленной палаты. То есть вы со своей идеей сначала туда пошли, или вы советовались просто? Нет, как? Идея возникла, так. И первая мысль, поскольку мы члены торгово-промышленной палаты, понятно, была предложить им… Организовать. Да, организовать, организацию. То есть вариант с кубами сразу отмели, и быстро подключились другие предприятия. Вячеч дал согласие, два Андрея печатали этикетки. То есть это все было организовано буквально, не знаю, там, за сутки двое. Вот, все очень оперативно, ну и дальше уже... А дальше подключились волонтеры, которые раздавали антисептик. Дальше уже Андрей Леонидович обратился к нам в ресурсный центр, и мы уже помогли как бы доставить эту продукцию до потребителей, то есть до тех людей, которым это было жизненно необходимо, и большая часть этого антисептика ушла в муниципальное образование, где на тот момент как бы не было, акция «Мы вместе» уже запустилась, и волонтеры уже выходили и помогали жителям там с выполнением заявок. И, естественно, это и социальные учреждения, в которых также нужно было обрабатывать поверхности и так далее. И, соответственно, как бы вот всем тем людям, которые нуждались в этом антисептике, да, мы передали совместно с Общероссийским народным фронтом, мы это делали, и они тоже являются соорганизаторами этой акции всероссийской. И, соответственно, как бы очень быстро все это распределили и обеспечили на тот момент как бы вот запасом антисептика.
Вы работали как-то по запросам или кто-то предоставлял список, да, там, предприятий? Мы объем обсудили, решили пока вот, то есть это было 10 тонн, 20 тысяч полулитровых бутылочек. И, честно говоря, вот проанализировав место Кировской области на тот момент в рейтинге, да, в таком отрицательном по коронавирусу, надо сказать, что мы весну пережили очень хорошо, если вы помните. А вот Кировская область там вообще практически не было. Ну, у нас не было, конечно, всплеска такого резкого. То есть мы надеемся, что да, вот эта наша акция нас спасла большинство населения Кировской области. Слушайте, ну, судя по статистике, вам пора запускать вторую. Потому что вот только сегодня уже 223 новых случая. Нет, там была потом вторая акция, она была летом. И вот в октябре, да, было... Была третья уже. Но, честно говоря, сейчас, конечно, то есть это уже все смирились, все готовы к тому, что мы все переболеем, в какой степени, все надеемся, что как можно легче. Но, тем не менее, наверное, никому будет не избежать. А вот эти предприятия, которые приняли участие в акции, это просто те, к кому обратились, те, да. Единственные, кто откликнулся? Да, или... организатором был Андрей Леонидович Усенко, да, президент. Ну, то есть это Вятская торгово-промышленная палата в этом смысле выступила как такой координирующий центр, получается, да? То есть... Конечно, помогла найти общий язык. Да, то есть вот в плане там антисептиков, да, то есть есть и другие предприниматели, которые тоже помогают, и это такая практика всероссийская, то есть в разных регионах по-разному люди находят какие-то, свои возможности, и кто-то там продукты предоставляет, кто-то транспорт предоставляет, кто-то помогает там развозить продукты, там продуктовые наборы, потому что сейчас очень много семей, которые находятся в таком сложной ситуации жизненной, да, им просто не хватает денег на продукты, особенно это было весной, очевидно, потому что как бы все сидели дома, и никто не мог там, да, зарабатывать деньги. Вот, поэтому на самом деле очень много, это для нас, для нашего сообщества там добровольческого, да, общественного сектора, это было очень ярким таким примером, и когда люди объединились, понятно, что здесь объединила беда, да, но очень много неравнодушных граждан, которые раньше и не думали о том, что можно помогать вот так, да, они тут нашли для себя возможность, нашли время, кто-то просто ходил и выполнял заявки, которые приходят на горячую линию, и просто развозят продукты, покупают продукты пожилым людям. Как вообще работа построена? То есть вы напрямую работаете с предпринимателями или всегда есть какое-то связующее звено, да? То есть вот как в случае с ВТПП? И так. То есть работа выстраивается и через связующие звенья, да, потому что уже есть некие наработки, да, но и... Есть пример перед глазами, впрочем, да. Самый первый, фактически. И есть люди, с которыми мы уже напрямую связываемся. И по сравнению с весной, да, или вот если рассматривать там с начала течения пандемии, вот количество предпринимателей, да, которые готовы оказывать какую-то помощь, оно увеличивается, уменьшается, потому что я помню в марте они попросили, когда мы общались с Российским детским фондом, то есть была такая ситуация, что какой-то момент был, когда предприниматели отказались просто от помощи, потому что было совершенно непонятно, в каком состоянии, как выживать самому, насколько это продлится. Это, ну, то есть... Первые, там, наверное, 10 дней, когда вот был шок у всех. Да, потом потихоньку люди начали возвращаться, когда какую-то, видимо, землю под ногами почувствовали. Здесь как ситуация развивается? Но сейчас немножко другая все-таки ситуация, потому что нет локдауна, да, все равно предприятия так или иначе работают, бизнесмены так или иначе работают. Но, почти тем не все менее... получают зарплату, пусть урезанную, может быть, у кого-то. Да, но тем не менее, те, кто начал помогать весной, они все равно, может быть, в меньших объемах, но все равно стараются помогать и... Немножко по-другому сейчас все равно все выстраивается, да, то есть внимание направлено не только на оказание помощи, как это было весной, потому что вот как бы все тут, да. Ну вот как раз... В октябре я тоже еще добавила, к нам обратились не только за помощью по антисептику, а конкретно по дезинфекции профессиональной, то, что больницы нуждались, стационары, не хватало ни антисептиков, ни масок, ничего. В октябре? Поэтому, да, мы еще на центральный склад... Министерство здравоохранения тоже поставляли
конкретно дезинфекцию, которую уже распределяли по поликлиникам, по больницам, по отделениям. Да, Татьяна, а давайте мы просто вот пока, мы просто про Наталью мы уже знаем немножко, да, она не первый раз у нас в эфире, а вас мы только вот первый раз видим. Давайте мы немножко вообще про ваше предприятие расскажем, то есть вы чем занимаетесь? Основной ли это вообще вид вашей деятельности? Вот этот антисептик хлорамин Б, вы всегда производили. Нет, это не основной вид деятельности, мы работаем уже 22 года в одном наименовании. На одном месте, что уже редкость, да, в наше время. Можно уже, да, медаль давать за долгосрочный труд. Вот. За стойкость. Занимаемся мы химической продукцией, химическими реактивами, снабжаем лаборатории, предприятия. Дезинфекция у нас всегда была. То есть, ну, она была, конечно, направлена не для населения, а именно на снабжение там медпунктов, больниц и так далее. То есть у вас профильные как раз вот те составы, которые вы делаете, они как раз такого медицинского направления, да, получается? Это не совсем профильное, оно было всегда. То есть я была знакома с этим рынком, это госреестр дезинфицирующих средств. То, что, конечно, творится в этом году, когда предприятия на ходу, там, на коленке, как я говорю, разрабатывают какие-то рецепты и, не регистрируя их, запускают. Это чревато там и аллергиями, особенно у детей и каких-то там больных взрослых. То есть нужно очень осторожно к этому вопросу подходить и не забывать про то, что мы можем убить абсолютно все микробы, при этом уменьшить свой иммунитет, поэтому все-таки дозированно. Да, употреблять все эти средства дезинфекции. Я к тому, что ваш вот этот вот хлорамин Б, по-моему, да, называется, да, вот этот вот антисептик, это... он проверенный уже. То есть он поставлялся. Да, он существует на рынке. Угу. Это китайский продукт, в России у нас нет. То есть это порошочек, который просто в определенной концентрации используется в разных назначениях. Угу. Но вот в данной концентрации он может использоваться как кожный антисептик. Как кожный антисептик. Можно использовать для обработки поверхности, можно, я так понимаю, да? Чуть только повыше концентрация другая. Можно там белье, посуду замачивать, можно все что угодно делать. Да. Вот смотрите, вот тогда вы приняли участие в этой акции. А у вас мощности позволяли тогда делать и как бы для коммерческого использования? Ну, потому что желающих-то было много, не только ведь, наверное, волонтеры стояли в очередь за вашим антисептиком, но и те, кто готовы работать раньше. Вот мы именно в растворе, только конкретно для этой акции. Все остальное, все, что мы продаем по-прежнему, мы продаем в порошке, в пакетиках по 300 грамм, да, там в мешках, то есть именно в том виде, в каком он приходит. И там уже потребители сами разводят. Да, да. Вот и в данном случае в больницу мы тоже поставляли конкретно хлорамин, то есть каждая больница уже конкретно под себя, под свои нужды, что им там нужно обрабатывать, разные концентрации, они разводили этот продукт уже, да. А пандемия вообще отразилась как-то на доходах предприятия? Потому что, как правило, у основной массы все же доходы упали, но есть там сектора, да, которые показали прибыль по итогам всех вот этих месяцев. Очень сложно сказать. Объем работы увеличился. Я бы не сказала, что это в денежной массе каким-то образом увеличилось. То есть больше суеты, больше каких-то все-таки непоняток, да, там, что впереди. Но уже более-менее мы с чем-то смирились, к чему-то готовы в дальнейшем, что-то обдумываем, да, есть планы на будущее, и в том числе и производство, ну, не с этим продуктом связано, но в направлении, да, фармацевтика, медицина, да. Наталья, смотрите, а как-то изменились запросы, те, которые были весной, да, к добровольцам, а тех, которые сейчас? Ну, особо нет, потому что все равно на горячую линию принимают заявки от людей, которые находятся дома, по продуктам, да, и по лекарствам. Получение лекарств вот сейчас очень такой, наверное, прям акцент большой, да, на то, чтобы получить лекарство, жизненно необходимое лекарство. Волонтеры ходят в больницы. Мы знаем, что в больницах большая нагрузка у нас там, да, есть такие, как бы, ну, не все так просто, не то чтобы пришел, получил и ушел, да, но тем не менее все справляются и как-то в этой ситуации, ну, находят понимание. На сегодняшний день, то есть мы вошли в активную фазу вот осенью, в начале октября, эта акция, как бы, одним из первых регионов мы были, где вновь запустилась акция очень активно, и уже более почти 500 заявок поступило за это время, и отработано волонтерами. Порядка там 200 волонтеров сейчас у нас зарегистрировано.
весной, вот, точнее, с марта, так скажем, по июнь было практически 900 волонтеров, да, сейчас поменьше. Ну, мы понимаем, что да, это связано в том числе и с ситуацией, что все работают, там учатся и так далее. А да. Кто-то болеет и не может работать. А кто-то конечно, болеет. Ну, тут, да, но у нас, слава богу, вот, то есть за период там, проведения акции таких случаев не было, что волонтер там выполнил заявку. Все равно все волонтеры, естественно, обеспечиваются средствами индивидуальной защиты, они проходят инструктаж, они знают, как что делать, как, как бы обезопасить себя и заявителя. Поэтому как бы, вот, таких случаев нет, но ну, принимаются все меры предосторожности, естественно. Ну, вообще, в принципе, добровольцы выезжают только к тем, кто ну, гипотетически хотя бы здоров, или к тем, кто болеет, вы тоже ездите? Помимо добровольцев в акции также и выполнении этих заявок принимают участие социальные работники службы да, социального обслуживания населения. И как бы есть и те, так скажем. Да. Понятно, что там приходят, если человек болеет, то там один алгоритм действий, да, если человек не болеет, другой алгоритм действий. Но как бы все знают, как нужно действовать в разных ситуациях. Владимир Маматов к нам присоединился. Да, извиняюсь за опоздание. Компании «Вятич», да. Ну, сложная дорожная обстановка, спасибо. Сложная сервисная обстановка в такси. А, понятно, хорошо. Спасибо, Владимир, что все-таки успел до нас доехать, и спасибо тому таксисту, который все-таки... Спасибо тебе, Аня, за добрые слова. Хорошо. Так, значит, Владимир, это вторая рука там, да, которая подхватила бизнес в этой истории. То есть научно-производственное предприятие «Перспектива-43» подготовила концентрат, а на площадке Вятича этот концентрат разводили и разливали по ёмкостям. Ну да, совершенно правильно. То есть два Андрея сделали этикетку, мы дали тару, и мы разлили, в общем-то, и все. Ну, а там... почему вы решили вообще в это вписаться, Владимир? Как-то... Вятич, антисептик. Ну, как-то глуповато, а почему решили? Нас спросили, а можем ли мы? Ну, конечно, можем. Почему не помочь людям-то? Там, ну, там какие-то деньги, естественно, завод, как всегда, потерял какие-то деньги рабочие, занятость линии, потом ее надо... Обрабатывать, наверное, естественно, да. Ее надо чистить целиком, полностью, это опять время, деньги, антисептик и так далее. Но вообще мы этим занимаемся последние 117 лет, да, то есть розливом, дезинфекцией, вот этим всем, да, то есть, ну, как бы, почему не сделать это с антисептиком? А, ну, насколько я помню, антисептик не единственное. Дважды. Мы его трижды уже. Трижды. Слушайте, у меня почему-то в памяти трижды. Дважды. Весной, летом было 5 тысяч литров, и сейчас опять 10 тысяч, как весной. Ну, там в сумме где-то мне называли цифру 40 тысяч упаковок. Это там 25 тонн, получается 50 тысяч. В общем, много. А 50 тысяч. В общем, много. Народу хватило. Честно говоря, мне это нравится по одной простой причине. В самом начале вот этой так называемой пандемии и всего, что с ней связано, я в метро видел потрясающую совершенно картину, когда там продавался антисептик, баночка, бутылочка, точнее, емкость. Значит, где-то она навскидку... Я ее не брал в руки, но она где-то 100 миллилитров примерно, и она стоила под сотню, то есть 87 или 89 рублей. Я чрезвычайно порадовался за предприимчивых людей, которые разливают антисептик, пакуют в это и зарабатывают такие деньги. Это до сих пор, между прочим, так. То есть антисептика дешевле 120 рублей в аптеках, ну, за пузырек не найдешь. Ну, толчком еще тогда, да, весной поступила. Просто в аптеку пришла за каким-то лекарством, и не было элементарно перекиси водорода. Да. Не было. А если они и были, там я спросила, когда, какая была последняя цена, она тоже стоила, вот маленький пузырек 100 миллилитров, рублей 80. Это был шок, вот вообще. Не, ну кто-то ситуация с лекарствами в нашей стране в целом, она очень весела, еще и по причине того, что умелые, толковые, действительно эффективные менеджеры в правительстве, они же ввели маркировку, и из-за этой маркировки к чертовой матери накрылся весь бизнес по снабжению лекарствами. Ну, естественно, эффективные менеджеры, выполняя распоряжение, там, указания, указ президента, они никогда не отступят от из траншеи, не
вылезут. То есть и мы будем иметь дальше веселье, дальше. Не отменили эту историю. Нет, они не отменили, они притормозили. После того, как им объяснили, что из-за их фокусов там все стоит, они притормозили, но они вернутся к этому. Это стойкие люди. Это касается же еще и сейчас внедрения новых таблеток, да, и вакцин. Если вот там где-то в Сибири разрабатывают и испытывают сейчас лекарство, которое состоит из ягеля и коры березы, и оно очень эффективно, ребят. Но опять же, вот это копейки, да, получается, и природные продукты, а у нас же химия, целая отрасль, индустрия работает, фармацевтика, им тоже нужно заработать. Секундочку. Нет, фармацевтика невероятно прибыльная отрасль сама по себе. Поэтому то есть такому продукту, наверное, не пробиться будет ягелька. Нет, если очень правильно понимать вообще ситуацию с фармацевтикой в целом, я как-то ради интереса посмотрел этот чудовищное название околококциниум, по-моему. Да, есть такое. Вообще это прекрасно зарабатывает. Гусиная печень это, по-моему, если я не ошибаюсь. Нет. Околококциниум. Извините, да. Нет, но мы препараты не рекламируем вообще. Мы ничего не рекламируем, да. Кроме безалкогольного пива в моем лице. Вот, но ситуация следующая: в составе около этого кокциниума чего-то, да, значит, экстракт печени и сердца барберийской утки. Ну да. Но беда заключается в том, я не поленился и посмотрел. Барберийских уток в природе не существует. Просто не существует. Вообще никак. Их нет. То есть, ну и что, он продается все равно в аптеке с стоимостью там 700-800 рублей. Отлично совершенно, просто. Так, ну ладно, давайте вернемся к действенным препаратам, проверенным десятилетиями, что называется, да, вот к хлорамину как раз. А, Владимир, насколько, ну то есть вы сказали, что да, это дополнительные затраты, но предприятие их взяло на себя. Насколько для вас это было, ну, скажем так, существенно? В плане затрат? Да. Ну, оценивали вообще или не оценивали? На Вятичи, что характерно, и это подтвердят все сотрудники Вятичи, считают каждую копейку. Это правда? Да, это да. Абсолютная правда, да. Поверь мне. Вот, ну, если я правильно помню, там несколько сотен тысяч. Несколько сотен тысяч? Это немного, это немного. Почему для вас это было важно? Слушай, ну... Люди, знакомые, хорошие знакомые, там, партнеры обратились, попросили помочь, мы не могли отказать, это одна история. Если я правильно помню, позвонил Усенко. Андрей Усенко, да. С ВТПП. И можете ли вы это сделать, то есть в плане? Ну, конечно, можем. Конечно, можем. Тем более это, насколько я помню, он распространялся там среди малоимущих, ненуждающихся и так далее. Ну, какие-то вещи от души надо все-таки делать, изредка хотя бы. Для завода это никакой большой потери там не случилось, да, никаких больших проблем не произошло. Ну и прекрасно. Для вас это было важно, просто возможность это... поучаствовать и помочь. Дело в том, что мы упорно, вот уже за 2 года практически, упорно доказываем всем жителям Кировской области, что Вятич – это предприятие местное, ориентированное на жителей местного региона, региона Кировской области. И вот одной рукой как бы заявляя о том, что мы местное предприятие, а другой рукой как бы воротя нос от всех этих социальных вещей, ну, это был какой-то вот такой, даже уже не лицемерие, а глупость просто-напросто, да? Ну, поэтому, естественно, надо это делать. Какие проблемы? Конечно, мы и сделали, поэтому. Но это был не единственный, насколько я помню, пример вашей вот, там, помощи, да? Вы его, ну, по-моему, медикам отвозили, доставляли. Нет, вот с обедом медиков и с водой, честно говоря, меня удивили сами владельцы Вятичи, потому что этого шага я от них не ожидал. И это была, если я правильно помню, инициатива Натальи Ивановны Курагиной, то есть, которая финансовый директор, которая жена Николая Витальевича, вот, и мама Ильи Николаевича, соответственно. Вот, то есть, к моему глубочайшему удивлению, Наталья Ивановна финансовый директор. Да, то есть это вот бухгалтер и благотворительность для меня это вот несовместимы в мозгах у многих вещей. Она да, вдруг конечно, да. практически в ультимативной форме объявила, у нее кто-то был знакомый, кто-то ей рассказал, насколько там тяжело. А там была ситуация, действительно, когда врачи работают в этих маск-халатах, да, ну, как они правильно называются, да, то есть где фантастически жарко, тяжело, плохо, трудно. Их не снабжают едой, не снабжают водой, то есть приноси из дома, питайся как можешь.
Ну, как бы на свое усмотрение, товарищ солдат. То есть, как что найдешь там в подсобке. Про врачей это, да, отдельный разговор. Вот. Она без разговоров совершенно дала просто команду, с которой никто не стал спорить. Это ввозить обеды из пивного дворика, вот это Спасская 41. По-моему, оттуда в основном все ввозилось. Ввозили бизнес-ванчи, они стоят, я боюсь ошибиться, там в районе 140. Ну, то есть, это как бы цена. Причем я потом смотрел меню ради интереса, да, то есть, вполне приличный, хороший, нормальный обед. Владимир, перебью вас, да. Прошу прощения, мы что-то заболтались, у нас реклама уже должна быть. Боже, без нее никуда, давайте. Возвращаемся в студию. Татьяна Кузнецова, Владимир Маматов, Наталья Новикова у нас в гостях. Мы говорим о солидарности бизнеса в борьбе с коронавирусом, да? Извините за пафос. Единым фронтом, плечом к плечу, дальше. Ну, мы победим все-таки эту заразу рано или поздно. Конечно. Ну, заразу это невозможно. Или смиримся. Или смиримся. Нет, ну ладно, мы победим. Да, мы победим равнодушие. Победить эту заразу невозможно. Это вирус. Ну, как ты его победишь? Ладно. Что это? Мы все переболеем. Немецкие захватчики, что ли? Так, мы остановились до перерыва на обедах, да, на бесплатных обедах. То есть я так понимаю, что поскольку Владимир удивило это вас, обеды все-таки обошлись предприятию, видимо, подороже, чем... К сожалению, да. Ну, я тоже считаю деньги, как любой сотрудник ВИАЧ. К сожалению, да. Потому что там 12 тонн воды, там какой-то тысячи этих обедов. Ну, 24 тысячи обедов у меня написано, ага, и 20 тонн питьевой воды. А, 20 все-таки, да, не 12, причем запомнил 12. Еще больше. Да, это очень хорошие деньги. Очень хорошие. Но, тем не менее, предприятие... Ты можешь просто умножить 140 на 24 тысячи и уже понять. Да. Ну, то есть как... В этом поучаствовать. Мне понравилось. Это был очень хороший, от души, настоящий, нормальный жест. То есть завод, он не обеднел от этого, так вот, крайне. То есть это были не последние деньги. То есть Наталья Ивановна большой молодец оказалась, внезапно для меня, да? То есть и вот это было правильно, я считаю. Да не оскудеет рука дающего. Ну, мы не сказали спасибо еще там одному участнику, да, вот этой вот акции, Андрея, если мы говорим, да, о компании «Два Андрея», которые печатали этикетку. Да, да. И этикетку, я так понимаю, что это, Наталья, был ваш запрос, чтобы все-таки была на бутылках этикетка. Да, нет, это требование. Да, это требование. Да. Как ты будешь распространять? Как, да, да, да. Непонятную жидкость. Ну, конечно. Понятно. Но насколько вообще, да, то есть стала вот эта вот помощь конкретно там именно от предпринимателей массовой, да, потому что вот сейчас вот мы в перерыве вспомнили «Вятку Авиа», который... Да, Олег Николаевич Кочкин, который приходил к нам и рассказывал о своей вот инициативе оплатить то есть, такси медикам. Ну, тоже достаточно затратный, да, то есть если говорить там о размерах предприятия, там и тех затратах, которые предприятие несет. Как часто вообще приходят люди и говорят, что вот я готов. Вот, возьмите мои деньги. Мы говорили об этом уже, да, что... Крупные это предприятия, средние это бизнес, малые больше. Ну, то есть мы обращаемся, кто может, тот помогает. Все прекрасно понимают, что в сложной ситуации находится и бизнес в том числе, да, и вот в масштабах страны, например, да, можно сказать о том, что были пожертвованы различными бизнес-предприятиями, крупными, маленькими, там миллиарды просто рублей, огромными там суммами исчисляются и пожертвования, кто-то просто финансово, да, там жертвовал деньги, кто-то средства индивидуальной защиты, кто-то антисептики, кто-то обеды, кто-то транспорт. Кто-то покупал даже аппараты ИВЛ. Кто-то покупал, то есть мы работали с ребятами, это общественники, так скажем, да, мейкеры против ковид, называется их объединение, так скажем, да, они на 3D-принтерах печатают защитные экраны. Щитки вот эти, вот, да, и буквально вот недавно, да, мы поставили там определенное количество для больниц вот этих щитков, то есть кто чем может, там, понятно, что это не профессиональные вот эти щитки, которые, они там отличаются по качество, но тем не менее, да, даже такая это помощь, все равно барьер. Да, даже такая помощь, она очень важна и цена, и поэтому тут как бы сложно оценить даже понимаете, даже как бы небольшое там, не знаю, какой-то вклад вот в борьбу, да, это тоже очень важно и ценно, поэтому тут говорить о том, что кто больше там, да, или кто как отзывается, мы тут
естественно, это не оцениваем. Тут, наверное, даже не к тому, что кто больше. Вот просто в прошлый раз, когда мы с Олегом Кочкиным разговаривали, то есть вот был такой момент, когда понятно, что Вятич там вложил какую-то там 100, 200, 300 тысяч рублей, вот как Владимир говорит, завод не обеднел, да? Понятно, что для какого-то малого бизнеса 100, 200, да. 300 тысяч — это много. Это уже много, да. И вот тут наступает вот некий вот этот психологический момент, когда человек думает, а нужны ли мои 20 тысяч, которые я могу потратить? Это та же самая история, что с гражданской благотворительностью, когда там даже 50 или 100 рублей вроде как неудобно отправлять. Не думают. Но вот, да, мне кажется, что сейчас вот в данной ситуации об этом и не думают. Кто-то может просто выделить, не знаю, там сотруднику время на то, чтобы сходить и выполнить заявку, которая пришла на горячую линию, да, это уже большой вклад, потому что, мы понимаем, что волонтеры есть, но бывает так, что у всех в это время какое-то там есть, какие-то дела. То есть работодатель знает, жизнь. Что его сотрудник, помимо работы на предприятии, еще и волонтерит, он может просто его отпустить с работы, да, на какое-то время. На час-два. Да. И это тоже будет помощь. Очень большая помощь и весомый вклад. И как бы всю эту, в принципе, всю информацию о том, какая нужна помощь и как попасть вообще вот в эту систему, так скажем, да, можно через сайт мы вместе 2020.рф, и там можно и предложить свою помощь и бизнесу, и волонтерам, физическим лицам, да, то есть можно найти абсолютно разные формы помощи для решения этих проблем. А тогда, Наталья, в какой помощи все-таки нуждается наш волонтерский штаб кировский? Естественно, мы, как волонтерский штаб, всегда нуждается в волонтерах, да, то есть мы призываем всех, так, кто, у кого есть возможность, время и готовность помогать нам выполнять вот эти заявки, которые приходят на горячую линию. Средства индивидуальной защиты — это то, что сейчас является как бы неотъемлемой частью жизни каждого человека, да, и идет очень большой расход и в больницах, и у волонтеров, и в социальных учреждениях, в некоммерческих организациях. То есть везде, да, требуется, и поэтому как бы, постоянно. Да, то есть, точно так же можно продолжать, например, помогать врачам с обедами. Это тоже сейчас актуальная история. Да, и вот если еще углубиться немного в вопрос, там, что требуется, насколько вообще центр плотно контактирует с товарищами из соседней, правительства области, да, потому что, понятно, вот в случае там, вот финансовый директор узнал у кого-то, что нужно, здесь кто-то там тоже услышал, что врачам приходится очень много ездить по городу, то есть, соответственно, принял решение о том, чтобы оплачивать такси, то есть, получается, все какие-то такие крупные решение, знаковые акции. Решение, которое вы принимаете, это как-то системная история, или это вот... То есть, условно говоря, вот Минздрав говорит, ребята... Вот. Mm-hmm. Вот список поищите. Задач. Вот нам нужно, поищите. Конечно, акция «Мы вместе», она реализуется там, да, вот волонтерами, предприятиями, там, неравнодушными людьми, но все это происходит, естественно, при координации, потому что мы без этой координирующей функции, да, там, Министерство социального развития, и Министерство здравоохранения, Министерство спорта и молодежной политики, да, мы, естественно, все пойдем в разные стороны. Mm-hmm. Но это уже на уровне распределения, так скажем, да, а на уровне инициативы-то, я так понимаю, что все снизу пошло. Нет, тут как бы тут нету такого, то есть это сама по себе такая форма акции, то есть тут нет такого, что вот кто снизу пошло. Тут пошло все одновременно, то есть появился запрос, появились предложения, появились люди, которые оказались неравнодушны, подключились к этой акции, и это все как бы, потому что не было времени тогда весной, не было времени для раскачки, не было вот этого там какого-то промежутка времени, что давайте вот мы сейчас будем рабочие группы собирать, да, вот как обычно план, чтобы реализовать план вот. Да, вот этого не было, и это было все одновременно, и понятно, там неделю, да, на вот это структурирование, но все достаточно быстро случилось, и, в принципе, естественно, мы реагируем на запросы, которые поступают от министерств, да, в зависимости от того, как складывается ситуация в учреждениях, и сами видим то, что происходит сейчас, да, там, если к нам уже, как бы, знают люди, куда обращаться, да, обращаются, то, соответственно, и мы уже, там, с предпринимателями реагируем на ситуацию. У меня вот
к Владимиру и к Татьяне вопрос. А то, что вот вы сделали тогда вот этот шаг, ну и когда о нем рассказали, о том, что вот объединились три предприятия фактически, там, да, плюс Вятская торгово-промышленная палата, плюс волонтерский центр. А, это послужило примером для кого-то? То есть, ну, во-первых, вот все равно же вы общаетесь там, да? С я не слышу. Из отрасли. Не слышали? Я не слышу. Дело в том, что, во-первых, это были разовые вещи, да, то есть у нас не поставлено это на поток, что надо, с моей точки, скромной точки зрения, это надо было бы сделать именно так. Раз. Во-вторых, никакой, вот, никакой, честно говоря, системности настоящей в борьбе с так называемой пандемией, потому что я, честно говоря, слово пандемия плохо понимаю в приложении к этому, к этой ситуации. Я учебничек эпидемиологии открываю. Ну хорошо, да, ладно, не пандемия, там ладно. Другие хорошо. Определения. Хорошо. Так вот, никакой системности я тут не вижу. Я вижу вот эти массу усилий, которые делает кто-то что-то как-то в координации, да, в координации с министерствами, конечно, естественно, потому что чего-чего, координировать министерство очень любят. Вот, это основная их задача, координация, на самом деле. Они другого просто не умеют ничего делать. Вот, и вот если бы существовал хоть какой-то план работы по коронавирусу, хоть какое-то понимание, к чему мы должны прийти, каким показателям, что мы должны сделать. Я убежден абсолютно, я вот не погружался в эту тему, но убежден абсолютно, уже как бы по другим сведениям, что ситуация с медицинской помощью в Кировской области, она аховая, просто аховая. И ей бы надо заниматься вот постоянно, непрерывно и очень много. И мало того, что врачей не хватает, это я знаю точно совершенно, потому что на вызовы приезжают студентки, которых попросили работать. Я вижу. Это, наверное, есть, не только это в Кировской области, это, мне кажется, это по всей России. Это по всей России. Да. Спасибо за оптимизацию здравоохранения. И спасибо, что не успели ее завершить. Потому что если бы ее завершили до конца, мы попали в абсолютную яму. Это тоже ясно абсолютно. И вот, честно говоря, когда я слышу про контакты с министерствами, людей из Серого дома, ну, это отдельная песня, людей из Серого дома, да, но меня очень вообще интересует вопрос к этому правительству, к этой власти, чрезвычайно простой. Германия затратила на поддержку бизнеса, в первую очередь, вперед вот этой, ну, никто же в пандемии, там все очень локдаун, все. Полминутки. Да? Ага, потратила 20% ВВП. Угу. Сколько потратила Россия? 0,00 чего-то процента. То есть реальной помощи государства не оказало никому и ни в чем. И вот мы пытаемся сейчас волонтерами, усилиями бизнеса и всем остальным затыкать эту дыру. Ну, не смешите мои тапки, как говорят в Одессе. Но при этом, конечно, это не повод не помогать. Капля моря, да. Нет, это личный вопрос, это выбор каждого. Пора закругляться, но, к сожалению, это был Владимир Маматов, а также с нами были Наталья Новикова, Татьяна Кузнецова, Анна Лапшина, Дарья Пузлиева. Прощаемся. Спасибо большое нашим гостям. До свидания.